Hey, всем привет, с вами Демон. Сегодня я сниму обзор на эволюцию. Так, что у нас тут такое? Чем больше книга, тем больше золота. Что-то там. Наконец-то мы нашли большую планету. Что-то там создавать новых существ. Так. Соедини ДНК. Давай запустим процесс эволюции. Ну, покупаем. Ага. Это у нас бактерия. Классно, молодец. А, много. Много соединений. Раз, два. Ни разу не играл. Вообще не в курсах. Чё это? Так, амёба. Так. А пока не знаю. Амёба сейчас растение. Так, так. Покупаем. Покупаем, ждем. Это кто у нас? Это у нас клетка. Так, пока что просто ждем. А где звук-то есть? Ой, простите, пожалуйста. Во, звук появился. Так, улучшение. Ого, все за денежку. За большие денежки. А, на них можно кликать. Окей. Это у нас ракообразный. Ну, буду тыкать, значит, на них. Буду, значит, на них тыкать я. Ну, такая вот игрушечка. Все. Понятненько. На всех. Их надо нажимать. Дай вода деньги и покупать. Угу. Вроде бы не сложно. Вроде бы прикольно даже. Вот. Так, соединяйся. Господи, соединяйся. Ага. Так. Нам надо много денег заработать, чтобы заработать ракообразные. Ну, да уж. Ну, немножко не хватает. Есть. И еще немножко надо. И еще немножко. Есть. И у нас это рыба. Ой, капец. Рыба 36. Угу. Понятненько. Так, пока что просто появляются клетки сами по себе. Денежку дают сами по себе. Скрещиваем. Тыкаем. Покупаем две амебы или что-то. Так, растение, клетка. Не знаю, я думаю, громко слишком. Потише сделаем. Так, еще покупаем. Так, да, потому что они сами по себе не могут соединиться. Так, у нас, понятно. Так, ну игрушка вроде бы веселая. Не знаю, до куда мы дойдем сегодня. Но факт тот, то, что я вам расскажу, как и что тут делать. Просто совмещаешь одинаковых, не знаю, существ. Получаешь новый вид и все. Ну, как бы открываешься больше и больше новых всяких там чудовищ, не знаю, людей. Классно же. Я думаю, после рыбы появится, не знаю, там, осьминог, там, существа какие-нибудь. Так, давайте получаем пузырек или супер. О, вот это вот, за 10 тысяч. Да, существо. Так, вот, уже близко. Еще немножко осталось. Так.
Растения уже есть. Так, классно. Блин. Тут надо, короче, просто тыкать и все. Соединяем, все получаем. Классно. Ну, не знаю, пока что все. Такое себе. Да и нет. О! Сейчас будет мега супер. Ихтио стега. Понятно. Супер. О! Генезис. Нормально. 74. Извините за вот это вот. Тык-тык-тык-тык-тык. Не хотел. О! Мы же тут можем зарабатывать. Но тут лучше. Так. Улучшения пока что у нас дорогие. Самые дорогие. Нету денег. Но скоро появится. Так. Насчет Бал Старса. Мы с пустышом обещали вам, когда будет 10 лайков, а уже есть 10 лайков, Шелли 25 ранг. Пока что это очень сложно дается, вы уж простите. Но надо хотя бы постараться мне добить ее на 23 ранг, тогда я уж буду снимать. У меня сейчас очень все плохо идет с интернетом. Мне легче, наверное, просто всех бойцов апнуть на 20, чем Шелли на 25. Нет, ну, я постараюсь, конечно, Шелли 25. Но это, как бы, я не знаю. Это капец. Это капец. Ну, не совсем уж такой сильный, но есть такое. Ай, ну я стараюсь хоть как, ну, постараюсь. Стрим пока что не будет, потому что я ничего не получается у меня. Прости, пожалуйста, за фразу. Но я не хотел выражаться. Просто я не понимаю. Слишком еще тупой. Да. Пока что у нас каникулы, слава богу. Буду выпускать, постараюсь, видео каждый день и по 3, по 2. Ну, я не обещаю, но постараюсь. Запомните мои слова, постараюсь. Ну, это все зависит от вас. Да, все зависит от вас. Так, тут у нас что? Так, вот отойди. Все нормально. Покупаем, соединяем, получаем. Обновляем. Не знаю, прокачиваем. Я не знаю. О! Мы уже на третьем уровне, ничего. Кто-нибудь мне объяснит, что это за полоска вверху. Так, это у нас что? Планета Терра. Третий уровень. Смешиваешь. Ага, понятно. Смешивай существ, чтобы получать. Ой, что там? Так. Покупаем. Покупаем. Все нормально? Нормально. Можно сразу. О, можно. Только надо слишком много денежек. Это что, украинская? Ну ладно, это нам не надо. Мы русские. Как-то по-другому звучит, да? Так. Отойди. Ну что вы все такие двигаетесь, а? Так, походу мне просто накопить 34 легче, наверное, и все. Сейчас накопим. Сейчас быстро. 5 сек. Ой, что-то не успел, да? 5 сек прошло, я не успел. Бывает. Так, вот так. И у нас это уже во втором мире. Классно. И соединяем их, получаем рептилию. Классно! Размер 50. Любит греться на солнце.
Какая улыбочка у нее мягкая. Ой, приятная. Это что у нас? Понял. Принял. Обработал. Денежку забираем. Это мы прокачивать. Хочу существо в пузырьке эпохи прокачать. А это надо 50. Сейчас будет просто классно. Мне кажется, просто за кадром надо много-много денежек заработать и все. Кстати, все, можем прокачать. Еее! Классно. Теперь денежки летят просто раз-два. Деньги не проблема. Делать деньги вот так. Так, так, так. Но главное, наверное, скучно смотреть на это все. Так. Это мы все получаем, соединяем. Так, листик, листик, это не удар, все. Растение, сразу растение покупаем. Так, соединяем. Классно. Сколько там стоит у нас? Рыба 96. А рак 34. Сейчас просто. Опа! Быстро, сама скорость просто. Так, 34, да, надо, без копеек, ну, тихо, нам надо рака купить, купили, вот, так, все, теперь растение 16, нам надо купить, раз, два, три, все, 4, 5, 6, штук или 16, я не помню, чтобы купить растение. Классно. Так, вот так, и уже мы зарабатываем где-то, не знаю, много. 4,52, да, вот это. Надо вот это прокачивать, я думаю, надо вот это прокачивать. О, да, увеличивает доход от клика. Какой же умный, походу. Наверное, да. Пузырьки не забываем. Скрещивать тут надо ведь у вас еще. Вот так вот. Все. Че тут? Че нормально? Все, пусть будет. Все, я пошел. Так, мне на 30, мне на 30. Куда я деньги потратил? Вы мне скажете. Ладно. Мне надо всего лишь на 30. Можно сразу 90 набить, чтобы на следующий раз купить. И будет все хорошо. Так, тут вибрации нету, да? Слава богу. А то вибрация в телефоне — это вообще капец. Просто расход большой. Сколько? Всего лишь-то 34. А, 3 миллиона? Зато я поднялся очень даже хорошо. Я думаю, можно 1 миллион набрать так. Тем более, когда у меня есть... А, не, миллион не смогу набрать, слишком много. Но я могу уже сделать по-другому. Купить сразу... Рака. Рак. Как? Так. Вот все. Это у нас растение плюс растение. Рак плюс, ага, все. О, сейчас будет мега супер босс. То есть не босс, а соединение, примат. У нас есть примат. Мат, а? Спасибо, не надо. А я сейчас просто здесь просто накуплю, да, и просто, и все, просто. 64, господи. Сейчас будет просто очень большое тыканье. Главное, чтобы вам это не помешало, это мега супер тыканье. А, вот это я быстрый. Так, надо улучшать. Не забывать. Увеличивает время работы купилки. А копилка нам вроде не нужна, ну да ладно. Так, пузырек опухи.
Осталось 2 минуты, и мы, наверное, справимся. Это у нас что? Это у нас за рекламу? Понятно. Все-то вы продажные такие. Все за рекламу. О, теперь тут появилось только вот это зеленое. Классно. Уже рыба. Так, уже зеленая. Потом у нас что тут? Угу, синяя. Как же денежек-то не хватает нам. Вкусно. А пахнет. Она 100к вроде бы как. Рака покупаем. И получаем. Все. Есть. Ну, это так-то быстро идет. Ну, не совсем. Я-то все так для видео специально стараюсь. А вы можете скачать и не париться, совершенно не париться. Сейчас у меня будет 5-й уровень. Осталось еще немного. Так, тут надо купить, ну, кого накупить? Надо 256, у чего? А, ты... Это у нас кто? Это у нас иди о скида. Рыбу, короче, можно купить, да и все, сразу. Угу, рыбу, короче, покупаем, и все. Рыбу покупаем. Сколько теперь она стоит? Рыба все еще стоит 110. Ладно. Покупаем рыбу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Покупаем рыбу. У нас будет рептилия, потом. Чё потом? Потом было все нормально. Рыба. Так. У нас все хорошо, я так вижу. Я так знаю. О, рептилия. Найс. Просто супер. Зачем я купил бактерию? Даже... А, это ДНК. Бактерия, клетка. Ай, глупый. Не хватает мне на амебу. Серьезно? Мне не хватает на амебу. Вы что делаете? Мне на амебу не хватает. Все. Купил. Теперь можно радоваться жизни. У меня есть... Так, тихо, и горилла, и рептилия. Это просто много денег сразу. Не знаю, как получится на видео, но для меня это уже долго. Простите, но я сейчас должен, вынужден был сделать склейку. Ну просто реально это уже невозможно. Ай, для видео. Все, для видео. 2-1 секунда. Вот, у нас появился новый пузырек. Классно. Так, мега супер манта сейчас вот. 3, 2, 1. Ну, я, короче, уже накопил 1 миллион. Увеличиваем у нас... А, на 3 миллиона. Классно. Блин, кто же мне сказал, что надо 3 миллиона, а? Просто я очень сильно хочу увеличить... Блин. Сильно хочу увеличить кликанье, чтобы за кликанье мне давали больше денег. Да. Тихо. А, можно просто так листнуть, не? Так, все нормально. Ай, ладно. О! Ну ладно, я, короче, продолжаю копить. 3 миллиона, да? Ну как бы все. Тактика была вообще легкая, так что все легко, 3 миллиона накопил. Пожалуй. Ай, господи, я не туда, да, нажал. Я молодец, я знаю. Похвалите меня, пожалуйста, похвалите. Так, это у нас новый человечек какой-то уже. Злой такой на вид. Ну ладно, сейчас 3 миллиона заработаем. Не 4 потеряли, да, не 5 ведь. Ой, всегда ведь заработать можно заново, да? Да. Ну вот, почти что все заработали. Классно, классно. Я думаю, классно. Классно. Если классно, то лайк нажми, пожалуйста. Да, и комментарий какой-нибудь. Так, тихо. Усиление. Клик. Есть 300 миллионов, господи, что так много-то?
Ничего не увеличилось. А, не, нормально все. Все увеличилось, даже очень много. Так, быстро тут все соединяем вот так вот. Тут можно теперь покупать все, сколько хочешь. Ой, раз мы можем деньги просто из воздуха мать. Вот так вот, оп, все. Все, можем уже рептилию купить. Нет, не совсем. Надо еще много раз потыкать. А вот это вот. Как он называется? Троглодит. Троглодит. Это вот троглодиты надо еще много раз нажать, чтобы все нормально было. Пузырек эпохи. Пузырек эпохи 2. Не знаю. Я, наверное, все, что дорогое, буду прокачивать. Классно. Не тот, кто мне нужен. Ну да ладно. Ну ладно. Так вот. Так. Рыбка. Можем сразу ее купить. Не можем. Ой, что за жизнь? Ничего не можем себе позволить. Да. Так вот. Надо работать. Чтобы что-нибудь получить. Так, усиление еще можем купить. Улучшение, то есть. Ага. Теперь он будет 7 секунд. Ну и ладно. Мне это, в принципе, не надо. Мне надо купить рептилию. Еще одну. Тогда вот у меня не 456, а, наверное, 570 с чем-то там. Ну давай ты быстрее, ты можешь, нет. Просто мне уже очень надоело. Надо, наверное, этот уровень пройти, да и все. Заканчивать. Сколько осталось? Всего лишь-то ничего. Капец. А, 900, почти что как этот. Ну ладно. Сейчас она быстро. Быстро. Может опять склейку сделать, фиг его знает. Так. Все нормально, да? Да что такое? Вот так. Потом вот так. Так. Хорошо. Короче, все. Растение. Раб, все такое, оп. Вот так вот я уже все быстро научился делать. И опять можно рептилию заказать. Классно, вообще супер просто. Мы пушка. Как бы быстро мы это все делаем. Не могу. Для вас это все хорошо. Ну, графика нормальная, ну, что тут, мультяшка. Весь сам геймплей хороший. Что могу еще сказать? Сюжет. Сюжет. Ну, развитие такое прикольное. Можно сказать, даже история. Как-никак. Да. История мой любимый предмет пока что. Какой у вас ваш любимый предмет есть? Ну или был? Напиши в комментариях, пожалуйста, если вам не так сложно. И вот уже у нас есть два этих брутальных человека. Ух, охранники. Я их совместил, да? Ай, ну ладно, античный человек. Размер 1,60. Ага, философ и математик. 3К за него дают, нормально. А открыть магазин, а у нас нет рекламы, ладно. О, сколько тут уже этих пузырьков накапало. Так, совмещаем все. Получаем манёбы, растения. Как же это все долго. Ну ладно. Улучшаем, кстати, первый. А, шкала смышления. Ну, тоже хороша. Я не прочитал, что она. А, понятно. Нормально так. Ой, хорошо. Супер. Ну, мне надо было набрать 4 миллиона для вот пузырек один эпохи, первой эпохи. Вот, все, теперь она наполняется за 5 сек. Опа. Я там кое-что прокачал, мне теперь дают сразу крабов. Короче, супер все. Потом вот так, потом вот так. Короче, все мне нравится в этой игре. Она прикольная, забавная. Потому что здесь есть эволюция. Вообще классно, мне вот, если честно, очень даже понравилось. 2 миллиона. Вообще как делать нефиг, вот так вот. Опа. Это примат.
стоит. Хотя можно этого купить. Все. Эй, тут где? Вот. Сейчас надо заканчивать, скорее всего, вон, потому что уже я слишком затянулась. Капец. Вот уже, видите, рак у нас есть. Раку ум разные. Вот так, вот так, вот так. Я немножко тут вам пошумлю, да? Ой, ладно, не буду. У кого больше, конечно же, у примата. Ну ладно. Я хочу дойти до последнего, вот этого вот. Человек плюс человек. Надо будет ученый какой-нибудь. И закончим на этом видеоролик. Ну, сейчас будет легко, так как все уже видите, как у меня быстро идет. Это значит, я все прокачал. Так, потом у нас идет вот это вот существо, вот это вот. Плюс вот это вот, потом создается обезьянка. Обезьянка плюс обезьянка — это примат. Примат — это человек. Человек плюс человек — это... О, скоро заканчивать будем. К сожалению, но так и есть. Да. Печальненько. Я бы еще поиграл, но не знаю, если вы хотите, если вы сами хотите, вот да-да, вы хотите, то я могу продолжать ее снимать. Все, это последняя хватка. Раз, два, три, четыре. Ай, современный, ё-моё, человек, вы понимаете, нет? Современный человек, и стоит он, ого, как много. Можно просто вот так вот покупать и все. Сразу. Классно, супер. Игра крутая, я ничего не могу сказать. Ее вроде как обновляли еще. Это вообще безумие. Ну, все. С вами был Демон, спасибо за просмотр. Ой, 1 миллион надо набрать. Да не ты, о. Так, вот так. Ща 1 миллион наберу только и буду прощаться. Ой, мне понравилась игра, честно говоря. Хотите продолжение, пишите в комментариях. С вас, ну, так уж быть, 14 лайков и будем продолжать снимать ее. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был Демон, и я уже это все сказал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем удачи! Всем пока-пока!